Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Татьяна Башмакова, канал «Ваша дача». И сегодня мы с вами рассмотрим наилучшие дни на вторую половину мая по лунному календарю. Друзья, подписывайтесь на Яндекс.Дзен, чтобы не пропускать новые видео. Вторая половина мая – это самое посадочное время из всего года, поэтому надо успеть сделать все работы и в саду на участке, и комнатные цветы тоже еще в мае можно пересаживать. Летом, в июне, уже июле считается, что лучше не трогать растения, уже в следующий раз пересаживать осенью. Итак, сегодня 13 число, снимаю календарь, поэтому начну именно с 13 числа. 13, 14 и 15 мая очень благоприятные дни для всех растений. Для растений, растущих вверх. Дальше идет полнолуние. В полнолуние 16 числа тоже хороший день для посева или для высадки тех растений, которым вы не будете нарушать корневую. То есть, если они у вас в стаканчиках, в горшочках, то тоже можно высаживать. Поэтому воспользуйтесь этими днями, именно 13, 14, 15, 16. Теперь мне хотелось бы сразу предостеречь, какие дни не нужно ничего делать. К сожалению, все 4 неблагоприятных дня выпали на вторую половину мая. Это 21 и 22 мая и 29 и 30. На эти дни мы должны запланировать такие работы, которые не будут соприкасаться непосредственно с растениями. То есть готовить грядки, пропалывать, желательно ничего не обрезать и не пересаживать. Следующие очень хорошие дни – это 19 и 20 мая. Луна убывающая, но мы не обращаем внимания, убывающая или растущая луна, высаживаем все растения, которые этого требуют, именно по срокам и по погоде. Неважно, те дни, которые я вам называла раньше на растущей луне или сейчас, если погода позволяет, высаживаем рассаду уже томатов, ну перца еще рано и баклажанов. Кто не посеял огурцы, сеем огурцы, замачиваем, вернее, семена в такие дни, а высеваем уже в любое время. День замачивания является днем посадки. Также именно в эти дни лучше сеять и зелень. То есть салатики уже можно второй, третий посев. Я уже посеяла, первый посев растет. Укроп, базилик уже достаточно тепло можно высевать. Все культуры, которые вы запланировали выращивать, высеваем в эти дни. Следующие дни 23, 24 и 27, 28. Я вам назвала такие знаки, именно плодовитые, которые благоприятно влияют на все растения. Поэтому именно в эти дни и планируйте все работы. Особенно хорошо пересаживать, подрезать именно с нарушением корневой системы на убывающей луне. Поэтому используйте 19-20, 23-24, 27-28 для укоренения всех растений и пересадок всех растений с нарушением корней. Успех в такие дни вам обеспечен. Я думаю, не имеет смысла в мае называть, какие именно растения надо высаживать, так как все вы уже определились с тем, что выращиваем в этом году. Надеюсь, мои рекомендации по благоприятным дням помогут вам правильно спланировать работы и вырастить большой урожай, красивые цветы. А я с вами на этом на сегодня прощаюсь. Оставайтесь с нашим каналом. До новых встреч!